На конкурс «Дети читают стихи» подготовила Гаврилина Виктория, возраст 15 лет. Давно умолк последний выстрел, последний стон сороковых, спешат года походка быстрой, и тает строй солдат живых. За нашей жизнью умирали те, кто сегодня старики, с последним выдохом кричали, вперед, смертям все вопреки. А вражий глаз, прикрывшись веткой, он бить без промаха умел, лишь глаз, припав к винтовке меткой, от напряжения не имел. Один, другой, их меньше, меньше, захватчиков земли моей, и майский день порою вечней, не стало их, и мир светлей. Пройти пришлось вам пол Европы, чтобы их добить в норе своей. Войной забрызганные тропы не заметают суховей. И время всем наш день победы напомнить памятный глагол. Врага, а это наши креды, ведь там, откуда он пришел. Земной поклон солдат от жизни, от всех, кого ты заслонил. Ты спас свободу, честь отчизны, потомков память заслужил.